В культурной столице России прошел суперфинал конкурса «Салют талантов». Стать лучшим из лучших приехали участники из разных регионов России и ближнего зарубежья. О достижениях якутян расскажет Айсена Бурнашова. Студенческий дворец культуры Герценовского университета. Зал, рассчитанный на посадку 400 человек. И сцена, где некогда выступал именитый Федор Шаляпин, Исаак Дунаевский и Максим Горький. Теперь на эту площадку выходят начинающие звезды. Здесь проходят многочисленные концерты и конкурсы, одним из которых является международный фестиваль «Салют талантов». В рамках наших фестивалей проходит большое количество мастер-классов. Это как раз нацелено на творческий рост наших педагогов. Опять же, мы проводим различные форумы, где наши педагоги могут обменяться опытом, обсудить свои успехи и так далее. Суперфинал разбит на 7 возрастных групп и 3 направления – музыка, хореография и театр. В каждой части конкурса есть участники из Якутии. Самыми многочисленными оказались ученики 17-й школы Якутска, приехавшие на суперфинал всем 4-м Г классам. Играют дети уже 3-й год. И вот все 3 года играли, а так чисто к конкурсу готовились уже с весны. И вот у нас композиция называется «Пробуждение природы», и весь класс играет. Этим летом в городе Сочи ансамбль «Уныгэс» из 17-й школы стали обладателями лауреата первой степени в номинации «Музыка». Получив путевку в суперфинал, теперь они представляют нашу республику в прекрасном городе на Неве. Чарующие звуки севера завоевали сердца членов жюри и зрителей. По итогам выступления первого этапа суперфинала ансамбль «Уныгэс» стали обладателями звания лауреата первой степени в номинации «Инструментальное творчество». Выйдя на гала-концерт престижного конкурса, ребята завоевали высокий титул гран-при и получили денежный приз. Совсем скоро юные таланты вернутся в Якутию и привезут с собой дипломы и кубок международного уровня. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.